Всем привет, с вами снова FIFA Прогноз, с вами я, ее ведущий Амир Сабиров, Глеб Нигмати. Привет, Амир. Привет, Глеб. Евгений Алмазов. Привет, Амир. Привет, Женя. Отсутствовал-то у нас да. На этой неделе. Ну, там, ну вот, было очень теперь скучно. Все будет хорошо, потому что у нас есть Евгений. Сегодня мы прогнозируем матч 1/4 финала Лиги Чемпионов. ПСЖ у себя дома принимает Мюнхенскую Баварию. Первый матч закончился у нас со счетом 3-2. Да, да. Победа ПСЖ. Победила, да, Париж ПСЖ. Выиграл в Мюнхене. Сегодня второй матч. Ну что ж, давай посмотрим ставки. Да, давай. Посмотрим. Давай посмотрим коэффициенты. Так, ну тут 1х ставка, здесь явный фаворит Бавария. То есть у него 2.17 у ПСЖ, 3.08. Ну, впрочем, как везде, да. И Винлайне фаворит Бавария, и Фонбете. Фонбете тоже, да, 2.30 за... Да. Перейдем к игре? Ну что ж, давай, да. Сегодня у нас будешь играть ты. За кого? Ну давай, я сыграю за Баварию. Да, ты за Баварию? Ну я тогда за ПСЖ. Глеб будет играть за ПСЖ. Нет, я лучше за ПСЖ. Ну что, поехали? Ну что, поехали, посмотрим, что покажет Бавария. В первом матче владение ли преимуществом? Смотрел матч? Ну, так, немного вскользь, но там явный фаворит. А вот сейчас момент у нас и ПСЖ сразу выходит сразу. Сразу фаворит видно, понятно кто. Так, общий счет у нас 4-2. Ну ничего, ничего, я отыграюсь. Икарди забивает. Кстати, Икарди у тебя играть не будет в дальнем матче, потому что он травмирован. Про это не забывай. Что же? Сане, чем отдал? Так, вот здесь пас. Нуллер. Левандовский. Ну, получится. Хороший пас может получиться. Ну-ка. Гнабри, Талиса. Нет, не получилось. Эх. Ай. А здесь можно и в атаку убежать. А был бы такой блестящий удар. Блестящий удар, да? Да. Как говорил комментатор один известный. Левандовский. Так, Гуэра. Можно отдать налево. Мюллер, обратно. Раз качнул, два качнул. Удар нет, не получается. Удар не точный. Кстати, в первом матче заметил, как Мюллер пытался пробить? Через себя. К сожалению, не получилось. Это вам, конечно, не Роналду за этот времен Реала. Ювентус, когда он забил. Помнишь, что нет? Да. Это был какой год? 18-й, по-моему, если не изменяет память. Да, это был 18-й. Нет. 17-й или 16-й. 17-й или 16-й, да. Убежит, но скорость у него есть хорошая. Убежал. На скорости нормально. Убежал. Нет, не так. не дадим им. Нойер спасает. И еще Нойер спасает. На добивание. Ну, слушай, тебе не Кюнфей. Слушай, Амир, выносить или все-таки? Нет, я обманул немножко Женьку. Димара. Димара. Диман эксперт здесь. Димара это, не знаю. Не знаю такого игрока. Это итальянец, может? Может быть. С латышским паспортом. Скорее, с хорватским. Что-то на латышском. Да. Офсайд. Кстати, не заметен у нас сегодня Неймар. Где у нас Неймар? А, Неймар уже, наверное, года три как не заметен. После того, как перешел после... Ну, из Барселоны ушел. Забежал деньги. Так, защитник первый. Алаба. Алаба, кстати, уходит из Баварии. По какой причине? Не могут они договориться о новом контракте. Деньги? Да, деньги. Как всегда. Все упирается. Деньги. Нет, и удар не получается у Маппе. Так, сейчас должен быть... Ботенг. Алаба. Ну, по сути говоря, МБП сделал всю прошлую игру. Ну, дубль благодаря, оформил, да, дублю. Ну, давай не будем забывать, что в Баварии не было Левандовского и Гнабри. Ну да, лидеров не было, поэтому... Левандовского сломали, что ли? Что же тут? Ну, Левандовского, да, травма. Он сыграл за сборную и травмировался. Так, давай, перейдем. К статистике, посмотрим статистику. Так, ну, голы понятно. Удары 4. Большого меня, да, удары владение в створ мячом. 4. Владение мячом 37. 63 на 37. Ну, неплохое. Но смотри, какой, ну, точность ударов. Вот 100%, у Баварии 50%. Да, кстати, у тебя один удар. Может быть ли такое в реальном матче, как думаешь? А? Может быть такое в реальном матче, как ты думаешь? Нет. Невозможно. Ну, ладно. Я как болельщик Баварии, я скажу тебе Бавария. Ну, ты любишь Баварию, понятно. Да. Талисо. Так, пас. Пас на Гнабри, но его не будет во втором матче. Травма? Коронавирус. Снова травма. У него коронавирус. Ну это тоже, считай, как травма. Короной заболел. Подхватил. Прям перед... Помним, любим, скорбим, как говорится, да.
прямо перед Лигой чемпионов. Сане. Неплохой. Сане может прорваться по левому флангу. Отдает на Левандовского. На Сане снова. Он идет в штрафную линию. Так. И забивай, забивай. Бьет. Нет, не бьет. Повалили. Пенальти нет? Нет, пенальти. Был проход, неплохой был проход. Альба. Димара, как говоришь. Димара. Как говоришь. Он вам не Димара, как говорится. Он вам не Димон. Великий Димара, который играл. И? Нет. Не будет навеса никакого. Сейн. Сане. Сейн. Сане. Сейн. Сане. Не Сейн. Не мешай диванному эксперту нормально работать. Греб у нас впервые. Опа, сейчас. Так, и... А сейчас, ну это ну это девяточка. По красоте было. Мне больно. Я прям расстроился. Мне очень больно. 5-2 общий счет в пользу ПСЖ. Опять же, забивает, по-моему, Икарди, которого Икарди, и Икарди, да, оформляет дубль. Что ж, посмотрим, что будет дальше. Да, не будем забывать, что его не будет, поэтому счет 0-0 получается. Да, получается так. Да. У него дубль, да? У него дубль уже. Кстати, заменки не хотите сделать? Да нет, да в принципе. Нет, мне он все устраивает. Видишь, Глеб все устраивает. Левандовский, у Баварии есть команда. Можно совершенно заменять. Ладно. Коман? Коман есть у Баварии, Коман? Можно сыграть хорошо. Коман. Кинси Коман. Коман. А не Коман? Такая интересная нет, Коман. Нет. А не хотел, Сейн? Ты хотел меня проверить на знание игроков Баварии? Так, Мюллер. Мальчик мой. Миллер, Мюллер. Нет, Алаба опять с мячом. Отлично сегодня сыграет. Ой, играет. Алаба? Да, Алаба сегодня прям дает жару. Ты сегодня с моим близким игроком. Так, Алиса. Которого дальний удар хороший у него. И. Да чтоб тебя. Ну здесь Навас. Навас хорошо сыграл. Молодчик. Пас очень часто. Я вижу, да. Ну, не всегда получается. Это российской премьер-лиги. Они только в пасы играют. Тактика кружок, как говорится. О, хороший момент, а? Нойер спас. Нойер оставляет шансы своей команде, но шансы, конечно, эти очень малы. Я бы сказал, призрачные. Да, Баварии нужно забивать 3 за 9 минут. Забьешь? Ну, что ж, попробуем. Я, конечно, не экстрасенс. Ну, тебе и не надо быть экстрасенсом, чтобы забить 3 мяча. Ну, я должен угадать, подача. Забьются они или нет. Так. Ну, давай. Неймар подает и... У тебя ничего не выйдет сегодня. Нет. Выше сильный, ворот. Сильно выше ворот. Слишком много ты забил сегодня. Кимпембе, если не ошибаюсь, да, пробил? Ну, наверное, дальним ударом надо. Но нет. Решил немного сюда. Покатать, да, времени уже у тебя много. Ну, конечно. И выигрываешь ты, да? Гнабри. Может прорваться. Мюллер. Левандовский отдать бы Левандовскому. И... Ай, какой позор. А какая бы передача была? Опа, момент. Нет. Идет на хат-трик? Нет. Прорвется? Почему Альба не смог? Будет хат-трик? Нет, нет хат-трика. Женя, к сожалению, пережал джойстик. Женя, ну ты специально это делаешь? А я заметил, как вот, к концу смотри, игры... Вот смотри, немного, чуть-чуть. К концу игры твое мнение изменилось, и ты перестал болеть за Баварию. Нет, так не пойдет. Ну-ка, давай. Нет, Бавария в душе, Бавария в душе у него. В душе? Душа у меня не здесь. Не так уж и. Да, вот это была глупая ошибка. Ну, которую я... Так, и Бапе. Эх, хороший. Вытащил ударчик Нойер. Нойер опять спас. Молодец, ну и все. Красавчик. Наверное, ну, да? Наверное, все. Все, ПСЖ проходит дальше. 2-0. Да. Ну, хороший матч получился. Ребята молодцы. Как думаешь, может быть такое? Нет, что? Я уже повторюсь. Бавария выиграет. Я в нее верю. Нет, ну понятно, это твое субъективное мнение. Вот да. Попробуй объективно сказать. Нет, объективно я говорю, Бавария выиграет. Ну что, закончился у нас матч ПСЖ против Баварии. Напомню, это был ответный матч 1/4 Лиги Чемпионов. И наш прогноз: ПСЖ выиграет Баварию со счетом 2-0. Этот прогноз для меня такой неутешительный. Ну, да, в целом, ребята, такой результат, к сожалению, возможен. Нет, возможен. Это твое субъективное мнение, Амир. Все-таки объективно давай смотреть на вещи. Поэтому, скорее всего, мне кажется... Бавария все-таки должна забить хотя бы 1-2. 1-2 должна забить. А Бавария, ну что? Спасибо вам за матч. Спасибо, Амир. Глеб, спасибо тебе, Женя. Спасибо, Амир. Хороший матч, молодцы. А мы увидимся на следующей неделе. Будем прогнозировать уже следующие не менее интересные матчи.